Все, на мейн не надо, на мейна, грубо говоря, Ну там, шмотки пригодятся. понятно, там 260 с чем-то есть. Третья ката, все открыто. Брюль даже есть на биче Локи там. Ну я понял все. Просто, видимо, когда ты это говорил, меня не было. Цене поднимите. Смысл, у меня Тимыч спрашивает, должен заходить в ее, видать, в рейде находишься, что ты. Он спрашивает разрешение, можно отрезать? Секунду, звоню сейчас. Кова, ты по поводу чего? Сейчас тебе лобычку хочешь пойти? Смотри, мы еще на одного босса и все как бы. Мы кеда сегодня не будем. Почему кеда не будем? Ладно, я тут кеда убивать. А куда потом пойдем? Как ты думаешь? ОКХМ? Честно. Я думал, может, заезд пронесем. Зачем мне эти обычки ебучие? Я вот, блин, грубо говоря, по чуть-чуть обычечка. Там ОКХМ. Не просто. А эту обычку мы зачем пошли? Кому-то что-то надо? Людям же тоже надо одеваться. Вот. Каждый день по чуть-чуть сначала обычка, потом какой-то значимый. Потом ОКХМ. А когда будет РСХМ? Никогда. Посмотрим. Таурида, любой день может быть. Да не, просто меня в воскресенье не будет. Жаль, если не будет. Поэтому сделаем специальное воскресенье. Бля, я в тебе не сомневался. Спасибо, что уточнил, когда тебя именно не будет. По факту то СРС вообще до хрена кому что надо. Если поставь кого-нибудь бегать, кто будет, то зачем тебе бегать, Никитос? Стоишь на рейнже и все. Он депрессить не будет, наверное. Теперь нужно в мире зоны подходить, ловушки сделать. Ну а кого я поставлю? Тут только ханты стоят на рейнже. Конечно, я могу поставить Луциня в танке на рейнже. Леха, так можно Лохара вместе с Войдом на боссе? Кого-то вместо меня суманять сейчас. Кого-то в танке. Дракон в ДД. Ты ж подамажить хотел? Да. Саппорты же пьем, да? Саппорты? Скажете, когда принимать? Я уже здесь выйду, все, может. Я уже не там.
в парада перекап брюлей. 5 брюлей на третьей кате. Пиздец. Перекап? Да, ну это перекап брюлей называется. Когда у тебя третья карта, у тебя уже 5 брюлей, блин. У меня один брюль. Брюли для вагонов. Сколько у тебя брюлей на паладин? Неважно. Мало. Всего 7, да? Или 8? Да. Идите вы нахрен, вы откуда ими что, жонглируете, что ли? Там подкручиваете что-то, мне за все это время больше, чем за год, упал один бриллиант на мейна. А чё? Чё поделать? Ты как представляешь, что с каждой шмотки Т5 с этого апнутое дополнительное гнездо появится? Так шанс бриллиант порезали шмотки. Да, в каждой шмотке Т5. Ебать. Метис обанкротится, нахуй. Брюли докупать. Вторую ладушку продавать, блин. Всего-то 4 брюля. А они еще не есть в экипировке. Почему 4? Будет смысл носить 5 Т5. Чего не получится? Поехали. На секунду, я дай мне. Леха, видел, что там написали во флодилке? Нет. Притрабас дайте. И ладно. Да, все, спасибо. А я. И лапу. Вот эта херня, там ДПМ не поможет. Да все равно как факт того, что это есть. А можем тотем мерку ПД фаст? Нахуй тут на уклуб. Ну как бы и второй шаман еще. Ну второй шаман не ставит. Кажется, когда добьет.
Против 98. Артис 90. Ебаный интернет, блядь, не успел прожать. Барам, Мозер, аккуратненько набирай. Скинь же потом ДПС в этом. Вот, Дискорд. Неужели отпиздить все? Хочу посмотреть, на что вам вот. Далее. 10 дюз. Поднимайте людей. Справедливо как-то. Сука, добил на последних 5%. О, блядь. Бля, налог упало. Давал диван, Драгон. Нет. Он меня убило, понимаешь? А скинуть 18 мест, а? А, 18 у меня нет. Или ты думаешь, мне только 10 мест первых интересует? Сейчас я скину остальное. Блин, я не знаю, кому отдавать на плеч Т5. Денчик, Женек, Нямка. Денчик, Женек, Нямка, Денчик. На танк пускай будет. Денчику? Все зависит от того, в каком состоянии у них второй спек, по сути. Я на хила, у меня 4Т5 хочу хила собрать. У меня 275 хил. Танка у него есть. Не, ну отдавайте там кому хотите. Нямки попозже соберем. Пускай Денчик две штуки на танк берет. Потом... Да, у него да. Есть две штучки на танк. У него есть плечи на танк, я тебе говорю. А, ну тогда отдавай Нямке. На хила. Денчик, отдашь Нямке? Я уже просто ему. Он чаще хилит. Слышишь, Денчик, отдай Нямке. А, пишет, что у него нет плечей на танк. У тебя есть 2Т5, мы про это говорим. 2Т5, если есть на протике, отдай Нямке. Пускай у него будет 2Т5 на хиле, блядь. Я вчера видел, блядь, у него 3 куска на танк. Так Нямка и так же вроде хил. Он и лем. Больше лемом ходит. Он, блядь, видишь, хилов нет, он хил. А-а-а. Ладно. Денчик, он пишет, что с этими плечами, это его 4-й кусок бегит. Или ему 4-й кусок, Денчику, это? 4-й? 4-й? Ну, пускай 4-й тогда он забирает. Хуя, Кават 6500 дал в танке. Бей, давай трэш, 6500. Димыч, блядь, где ДПС вообще? Вахуон. Не, Лёх, там котов поменяли, они теперь не знают, что им нажимать просто-напросто. Я вчера Монорота тоже спрашивал, он говорит, вообще не понимает, что я юзу. Надевать Т10 и юзать Т10.
Ну, походу, так и придется им. В смысле, вам Т5 поменяли на каток? Мы его полностью переделали. А, как нам, шаманам, типа? Ну, за исключением того, что у них реально теперь ротации нет. В смысле, ну а что теперь? Как сейчас дамажить потом? 17 место, блядь, в 4 Т5. 14-13 тысяч с половиной. Может, нам просто нужно, блядь, думать, как... У нас тоже, я вначале шаманам, блядь, давал 12к. Потому что я вообще не понял, что к чему. Один и я почти сразу до ротации допер, да? Вага, стыд его. Ну, я просто стаки разряжал по-другому. Типа на лаву больше упор сделал. Ну, там не сильно потом ДПС отличался. Один Даркес дамажит с Локи. Я сдох. Из-за того, что у меня завис ебаный интернет, я не успел огрозки. Хуй знает, я бабу нажал, ему было похуй, он начал меня дальше бить. Он бы тебя не убил, он просто простью шотнул, сразу же на тебя перекинул. Он, по идее, при бабле должен был перекинуться на следующего, а он не перекинулся. Он не снимает игру. Баба. Миша не дамажит, да? Блять, бабл меняет таргет у босса, по идее. Суть в этом. Он меняет таргет, если агро обнуляется, а у него не обнуляется агро из-за бабла. Почему должен менять таргет? Блять, я не хочу даже с тобой спорить. Механика бабла, у тебя 0 агро становится, когда ты его прожимаешь, у обычного робота нет. Вот в чем разница, ты не можешь понять? В чем спорить? Блять, у меня 200 вопросов, конечно, какого хуя бабл скидывает агро, это очень интересно, но это пизда. Ну, так же, как и скиллы через бабл убивающие на Ларе и всех остальных боссов новых. Шмотка. Старик должен в том часу. Сейчас 5 элемов Т5 захуярю, короче. Надо 5 фростмагов и 5 элемов, нахуй. Да изи, берешь рейд 25 шаманов, нормально. А, танчить кто будет? Нет, ням по 4 Т5. Старик. Тейкер, Полина, Женек. А танчить знаешь, кто будет? Смотри, просим Дезерона, чтобы он откатил вот этот нерф, когда землетрясение стопало боссов. И просто тупо кайтим его по всей комнате. Прикинь, вообще изи босс, да, тогда? Кстати... ДБС с долгоногом и сапфиром выше, чем с долгоногом и чешкой. Я вообще, кстати, не знаю, почему сапфир... Почему-то с сапфиром больше урона, чем с долгоногом выходит. Вообще не понимаю. Не-не, я долгоног и сапфир оставляю. Я по-разному чешка, пробовал. Чешка, у меня и сапфира, у меня почему-то хосты не хватает тогда. Просто сами посудите. Я думаю, что 5 элемов соло захуярит трэш. Ну, там фресты еще были. 2 фрестмага. Вообще надо коника, 3 элема и 2 фроста. И в трэш можно не свечиться, в принципе. Нам можно еще хантов 4Т4, да, каких-нибудь локов этих ауешных. Не, это... Вот, 5 элемов. И один фростмаг, даже 2 фростмаг. Все, это достаточно. Все остальные просто боссы. Да не,
Сейчас элемы заебись. Сейчас и в босс они дамажат нормально, я уе дают. Еще вы тотем бы сделали как соло на СПД, а не на хосту. Много хочешь. Да пуляй, не очкуй. Все прожмутся. Блять, я в отличие от тебя сдох, говорю же еще раз. Когда ты задыхаешь, по скаде урон очень сильно падает. А с каких процентах ты сдох? Процентов... 80. Давайте посмотрите, у меня откатился на карту. Отойдите, подходите. А до того, как сдох, сколько было? 24, где-то 23, 24. Бейте. Да бейте быстренько сейчас. Из дисплея. Я его ебашу. Сколько делаешь? Да ладно, его убить не смог. Что, блядь, сложно вправиться бить? Как, блядь, его уешить, так вы, блядь, сразу всех своих сливаете.
Пойдите подальше. Подальше, подальше, подальше. Вы подождете? Хилов нету. Воронка валяется. Я уже забрал. Мяка, можешь столик поставить? Отойду на минуту, в воду разлю. Пошли потихоньку бить трэш. Намикадзе, где на пол? Нелик здесь? Ну, плюсик поставил в флоге. Че, говорить не можешь? Что там у вас на карантине не совсем закрывали все? Школу закрыли. Быстрее добейте этот трэш и ловите отправить. Какая-то школа? Вузы тоже. Вузы тоже. У нас все закрыли. В Челябинске вообще все закрыто к чертям. Все вузы, все учебные заведения, да даже, наверное, 40% всех работ закрыты. Торговые центры. Нахер. В армии нахуй ничего не закрыли. Коронавирусом заболел, выключил. У вас там праздных много, у нас ничего не закрыто тоже. Это все. Ну, следующего цепляем. Провиться. Бейте. Переснитесь сначала. Комбат. Да, не надо вас. Три человека всего. Вставайте. Быстро залейте эту пачку, обратно идет. Череп. Край к стене просто смотрите.
разучили. Ты что, может, грипнешь? Не грипается. Где вороночка? А у нас диспалит-то умеет вообще или нет? Нет. Паладин, крести. Чё, тут не диспалит? Что это диспалит? Блять, а чё ком? Всех комбат? Алло, всё нет. Пропал. Всё пропал. Треба, дайте. Чё, Лёху брать или Проня? Кто там? Проня бери. Кого, Проня? Проня бери. Сыне ФК. Да говорил, да? Проня. Сманите. Сыне крепните. Рыба стоит, рыбу кушайте. Лучше не в инсте, на входе. Проня здесь. Кикну его, пока что вылетел. Здравствуйте. Здравствуй, Стас. До свидания. Через минуту вылетит. Проня, не принимай. Тыкните по самому. Сейчас еще минут, секунд 40. Я скажу, когда принимать. Попробуй принять. Принимай. Я ж сказал когда. Дайте ассисту по сумму.
Мафа тебе пока. Кто на бойс? Ты. Я на бойс стоишь. Тимыч. А вы на ком уже? Соляра. Просто выйдем. Тимыч, подними Локи, Торы, подними Вагу. После того, как вынесешь. Жреца залейте. Каст. Тимыч, Локи, подними. Не в Дисе, наверное. Притяните сюда. Мобы изведу. А уешь по-тупому. Может, не напомнит. Локи, 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 выйди. Охуенно. Спасибо.
засейвил двоих. А кого засейвил? Притяните. Я и Ньютона, по-моему. Ну, там же Тен, по-моему, спустился на него. Не проебите каст. За солнечный колодец! Прости. Прости. Блять, кто кидает эту хуйню? Почему за руль летел? Че, жреца не видим? Ну, че? В сторону перебежим. Че стоим-то? Сбегите с кучи, а то трэш по всему будет. Просто на другую сторону перебегите. Жреца залейте. Второй жрец. За солнечный колодец. Приказ не сбили. Не, бой. За кровь высокорожденных. Может, герой переведем? Да, давайте Геру переведем. Иннеры, дайте по ДЦ, Никитос. Никитос, выйди. Немка, извини, что я тебя постоянно кидаю, я потом... Не, просто клуб. Надеюсь, не мешает. Лёв тут? Все сейчас разролим, выходим, мы пойдем на окхе. Там я не сложу. В смысле, вы сейчас ока обычку прошли или что? Мы сейчас прошли трех боссов в оке обычка. У нас остался Кейли. А чё Кейли не убить? Лёха сказал, что нельзя Кейли сегодня убивать. Кель не бафает так сильно рейд. Что, ГП будете назначать, нет? Спеши. Медведоёж, а разве я тебе не отдавал талик в прошлый раз? Если бы ты ему отдал, ему второй раз он не передаст. Ебашьте сразу ЕП, ГП, там, всю хуету сразу. Не надо на потом оставлять.
чтобы лишних разговоров, скандалов не было. Согласен, сразу ебите ГП за взлетку. Есть же нахуй офицер. Старику начислится ГП. Чего говоришь? Старику ГП начислится, хочет давать ГП. Да хуярьте, только вы скажите за что. Ты ж говоришь хочешь, начислить просит. Я говорю, вы сразу рулите свои вещи, чтобы потом не ебланить и не писать, блядь, со психа нахуй. За то, что Илья мало ДПС. Ну это ты... Сойду на 5-10 минут по работе позвоню. Это ты дезурону наебашь.